В Северском районе уже 19 лет работает тренер-преподаватель по спортивной акробатике Диана Горохова. Она основатель и бессменный руководитель студии спортивного танца «Диана». Воспитанники студии, а их более 200 человек, приезжают на тренировки со всего района. Под чутким руководством Дианы Равкадовны мы побеждаем на разных соревнованиях и получаем спортивные разряды, в том числе и разряды мастера спорта. В копилке нашей команды победы на всероссийских и международных конкурсах и спортивных соревнованиях. Полифония сердец, танцуй, всероссийские соревнования по акробатике, Велиевка в Новгороде, Твери, Санкт-Петербург. Все далеко не весь перечень городов, в котором мы побеждали. Студия спортивного танца «Диана» вот уже много лет является образцово-показательной. На всех праздниках талантливые акробаты радуют жителей своими показательными выступлениями. Диана Равкатовна – победитель краевых конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с населением и всероссийского конкурса «Урок физкультуры 21 века». Самым своим большим достижением, я считаю, это воспитание детей. Дети – это наше будущее. И то, что мы сейчас в них вложим, потом мы пожнем свои плоды. Всю любовь, душу, творчество, целеустремленность, воспитание – все мы должны сделать сейчас, на данном этапе. И всеми силами нужно помогать нашим детям, нашей молодежи, показывать им правильный путь, показывать истинный путь, по которому нужно идти, чтобы он был светлым и безоблачным. Диана Горохова – счастливая многодетная мама, любящая и любимая жена, дочь и сестра. В дружной семье детей воспитывают в традициях взаимовыручки, помощи и поддержки. Для детей, а всех своих воспитанников эта хрупкая и красивая женщина считает своими, Диана Равкатовна – безусловный лидер и пример. Диана Равкатовна научила меня быть собранной, думать о своей команде. От того, в каком состоянии я буду, зависит успех моей команды. Это приучает к ответственности. Занятие у Дианы Равкатовны – это всегда выход из зоны комфорта. Иногда не хочется идти на тренировку, но понимание того, что ты в команде с девочками, не дает расслабиться и дать слабину. Я думаю, это самая лучшая подготовка к взрослой и будущей жизни. Благодаря тренировкам Дианы Равкатовны я к ней готова. Я занимаюсь Дианой Равкатовной с 3 лет. Мне сейчас 13. Она мне как вторая мама. Всегда поддержит, спросит, как дела, как в школе, чем можно помочь. Она может ответить на мой любой вопрос. Вы знаете, это очень важно, такое отношение тренера. Я учусь у нее быть не только профессионалом своего дела, но и быть хорошим человеком. Помимо основной работы, Диана Равкатовна ведет и активную общественную деятельность. Один из важных моментов в моей жизни – это общественная деятельность, это помощь людям. Кто бы ни подходил с каким-либо вопросом, я всегда стараюсь помочь, что могу сделать в своих силах. Всегда пытаюсь найти решение этих вопросов. И один из значимых моментов в моей жизни и в жизни, и в спортивной жизни Северского района – это открытие зала по спортивной акробатике. Отныне уже несколько лет наши дети, спортсмены, могут заниматься в профессиональных условиях. У нас есть профессиональный акробатический ковер, есть акробатическая дорожка, есть мини-трамп, все страховочные маты, страховочная лонжа. Высота помещения соответствует условиям. То есть, и это дает свой результат. Дети выезжают на краевые соревнования. На краевых соревнованиях они считаются лидерами. И не только считаются, они являются таковыми. Выезжают на всероссийские соревнования, где также являются лидерами в своем виде. Можно сказать, что Россия знает, что такое Северский район, что есть спортивная акробатика в Северском районе, и что есть не только город Северск, но есть именно Северский район Краснодарского края. Диана Горохова – тот человек, на которого стоит равняться, который своим примером показывает, что о хороших делах не говорят, их совершают.